Много. Четверо вроде. Сначала надо ребро убить. Да, сначала. Ой, да блядь, ладно, уже ты ребро не потянешь, что ли? О, блядь. Кто это про ребро сказал? Вот ты, что ли? Сорян, я допустил. Бля, если мы это, блядь, не убиваем ребро, значит ты, блядь, слабый. Чё-то места есть? Нихуя. Да я за престол зашёл, сорян. Ты говоришь, я слабый. Если ребро не убиваем, значит ты слабое звено будешь. Да не, нихуя. Ты успокойся, что там ребро-то, блядь, ебать, ты что, да, маленький не свичнуться, что ли? Не, я не знаю, как тут на Сирусе, блядь. Я так, из своих представлений. Я так же до этого... Ну, успокойся, тут же в десятке не отличается ничем тактика, блядь. Так, да, ну, уже, ты понимаешь, что оно не отличается, но там хп-то, блядь, поболее будет. Вон, выбери в таргет, что там. Ну, мы-то уже тоже, блядь, посильнее. Зади ДНМом, слышь? Медвей, зади ДНМом. А чё, танка, нет? Не, ДНМ зайди магом этого микстурки. Смотри, можешь зайти микстурки, в принципе. А Алиса в АДК, а будет еще АДК для креста. Да, какая тогда разница нам будет? Так, что тот милик, что этот пришел, милик? Я нужен Тилка 10 гер или не? Пока что нет, на замену можешь пойти. 5. Покидай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А чё задумал, на каких правах вернулся в гильдию? На АГП его поделал. Видел? А чё он наливал, ничего не говорил? Бомбануло, не первый раз. А, за ДНМ, кто у нас? А там вроде этот убитый, не? За ЦЛК или нет? За ЦЛК, не знаю, а за точно. Ну кто-то зашел уже до ДНМ. Кухня, Лёч, так много кухни, чё у меня. Ой, да иди РПалом, да и все, блядь. Кстати, по ребру... Никого не купить, нихуя их. Кто по ребру спрашивал, там есть отличие с обычкой, он в крутилке кидает шипы и луж побольше. Ну, просто как у нас будет, блядь. Так же, как на циркуле, шипы, ой, этот больше стоит, блядь. Шип больше весит и все. А чё, говорят, понерфили? Не-не, тут же, блядь, в норме он, когда, блядь, вертель дает, он же, блядь, шипы не кидает. А я все жду, когда он шипы, блядь, когда первый раз сюда пришел, блядь, он не хуярит. А хп-то у него, блядь, мало. А, сумончика не будет. Так хп тут же понерфили, блядь. 50% убрали, да? Не-не-не, 15 вроде. 15, 10 лямов, ЦЛК, 10 хм, короче. Ну было у него, блядь, допустим, наверное, блядь. Он говорит, если он 15, блядь. Просто кинь возьму. Я, бля, вроде слышал, блядь, сенсоре говорил 15%, блядь. Кто-то писал, что именно. И все, урон не фиксанули, ничего не фиксанули, чисто, блядь. Не, ну тогда хп нормально. Должно быть. Ну блин, 15% правильно, из 15 миллионов, допустим. Что, это в обычке мало, сколько, блядь? В обычке 10 лямов. А когда, блядь, у Лича, блядь, 60 миллионов, то извини меня, 15% это уже весомая хуйня. Ну. Угу. Так что не думай, что 15% это мало, блядь. Да изи, даже трэш как-то легче, да, идет? Да. Прям чувствуется, мы далеко дойдем. Я когда начал, циркуль просто влетел ретриком, блять, в трэш, нахуй трэша не стало, блять, думаю, что за херня, ну. Беги в этот, ловушку, Лич. Ну, далеко, может быть, я Синдру сомневаюсь. Синдра, нам надо будет 3 хила. Проф, там выживание, что появляется, потому... этот теперь, там проф, 2 слизня на принцах за каждый шаг дэмэдж. А там все хуйня. Так и забегать. Главное чуму, чтобы нормально разносили. Не, вот, кстати, блядь, принцы не хуйня, потому что я даже в норме удержать соло не могу. Ну так будешь не соло, хоть милики будут бить. Это хуйня. Милики, будешь кидать топором. Если чё, я не про это. Я про босс переводить вам. Не, ну сейчас если что, я на твинке травку собираю. Да ладно, что тут, да, блядь, посмотрим каждого босса, увидим, тут все будем иметь хотя бы представление о деле. Надо пощупать.
Как она? Сумку, я думаю, мы точно вынесем. Слышь, ты токены, не роль заебал. Я буду ролить, блядь. Я вообще сказал, всё, мы блядь. Вот с мульти сидели вдвоем. Я говорю, если я ни одного токена не забираю, я больше не иду с гильдией. А, нахуй. Ну и все, у тебя 7 ПР нахуй. Все, сиди, жди, блядь, ёбана урод. Я же рыбу, блядь, купил, и ёб вашу мульти этого, сука. Скинули с меня по голдой за рыбу, да. А сколько тебе осталось токенов? А, ну, пока желательно один, и пока хватит. У тебя 4 освещены, да? Не, у меня 2 только освещены. В Дискорде пишите, на кого вы ролите, блядь, ёб вашу мульти. На Фанта. На Войда ролим, пишем все. Шреддер, ты на кого будешь ролить? На ретрик? Не, череп. О, кстати, я сегодня, блядь, проверил на циркуле, блядь, череп и чешку хэм. Череп хэм оказывается намного круче, чем, блядь, чешка хэм, сука. Да не может быть. Ты грудной, что ли? Десятка и ручка что ли? По ДПС больше дал, чем с чешкой. Не, ну она может... Да, блин, это тебе, блин, напрокало и не напрокало, ты пиздец, блядь. Там самотоколофитета. 99% крита, почти 70. Там один ехал в магазин 10 минут, другой 5, блядь. Ты... А почему тут ехал 10? Потому что 3 раза цех спала, блядь. Ну ты пиздец, на. Ты про это, про ретрика говоришь, да? Да. Там смотри, в чем разница, там вообще от сборки зависит. Если ты на РП одеваешь вот эту хуйню, то увеличивается от автоатаки урон. Вот, и от чего-то еще там. А если ты одеваешь на силу вот эту всю хуйню, череп, хуяй, вот эту всю парашу, приговор, меня... блядь, то этот растет, вот эта хуйня, буря, блядь, или что там растет, блядь. Что скалирует. Ну, силой, да. Поэтому я думаю, вот почему собираю тут силу, потому что буря тут от 2-4 прока, типа, ну, 60к, блядь, бьет, ну, без АРПена. Поэтому тут, вон, у чувака... Каждая третья, да. 5 косарей силы, блядь, у чувака, ну, он, смотри, блядь, вот сам по себе прок, чешки гер, он лучше, нахуй, чем выбор. Ой, блядь, он-то чем, лучше, чем оно шкуй, пассивка блядь. Лучше на крит. А пассивка, да, пассивка лучше. РП, блядь, ретрики не собирает. Ну поэтому, да, выбор, блядь, чё, блядь, череп. Нет, ему надо, ему тоже надо минимум набирать РП. Да, 25% нормально, я не знаю, зачем 30% собирать. Ну, да, ну 30 и так получается. Медведя и лети. А чё они там собирают там? Ну не чешку же. Они агилятся в основном, блядь, чтобы, ну, да, блядь, критикали и всё. Да, там RP. Поезд кожаный или молотный? Два кольца, блядь, пояс, запястье, нахуй. Плащ, блядь, всё гилится. Шею я, кстати, не беру, ребят, не знаю. Ребят, на паролу, да? Тут без ГП. Ну, по идее, парол. Ну, ладно. Тут ни ЕП, ни ГП не будет. Ну, разве что ГП будет, если вы будете тупить, ну, пиздец, как. Выбор, нахуй. Ты череп, нахуй, за косарь ГП, нахуй. Я не буду забирать его за косарь, пошел. С ролем то, что нужно Войду, 2 косаря, да? Да, да. Хорошо иметь доступ к начислению ГП. Ты уже тоже вот жирный заебал там. Жирный. Блин, раш ему поднял, сколько и левелов, ёпта. Да, сейчас от шема, ну, от шема зависит все, но, блядь, мне надо или волю, или чешку, блядь, потому что... Да мне тоже, кап, блядь. Медвей, медвей, да, 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 все, принял. Заебывай. Да, блядь, трыни, как... конечно, блядь, у тебя тох. Ну, трыни, сука, я заебался с ними ходить. Смотри, мне еще лучше, нахуй, Трини, что ты доебался. Трини просто пиздец. Ну мастера там еще хуже, нахуй. Он в армсе чисто с Т4 тащит, это 4 куска. А, хорошо, лучше тебе скажу. Сегодня уже пофиксили, нахуй. Я не могу бросить через 4 Т4, потом Т10 одевать, нахуй. А на фалик чанты не вешают фурики, потому что они не стреляют из него. А есть чант, я видел когда-то на циркуле, плюс 15 к урону. То есть он 20, считает, 28. Прицел на плюс 28 или плюс 15? Ну, 28. Нет, он дает на скорость стрельбы и крит стрельбы, а не миллион. Нет, нет, там нет, есть там именно урон. Сейчас я тебе линка, подожди. Он и в ближнем уроне, он и в ближнем бою тоже считается. Только я не знаю, как он называется. Найти его. Да это наебало, вас наебали. Нет. На схватимся. Что там, Медвей? Бегу. Что, ставлю рыбу?
что это лимон? Дары природы. Мне не нужна выносливость. Я на пенетрусе сейчас хуйну. Так, короче. Шреддер 7 даешь, каски, медвей, кулаки, кресты, дымишь 7 продам. Да не работает она фуриком, блядь. Это чтобы инженерия, блядь, зарабатывала деньги, нахуй сказали. Моса в хиле? Не, мне, блядь, лимон, давай МП5, не надо мне этот прот. Три паладина у вас. Проты. Это не накрыть именно. Каску вместо проту, да и все. Спасибо. Не-не, каску дает Шреддер, блядь. Две кулаки, кресты, Шреддер, каски. Лимон, 7 проты. Ауру разберите. У кого мастер холод возьмет. Дайте шипы просто. Сливаем сразу. Что ты, лимон, даже не зачарил щит, что ли? А? Щит да. Не зачарил. Ну, нет, не зачарил, нет, нет чарки. Сейчас посмотрим. Не засокет. Что наш рейд может? Ну что там, давайте мы тут, блядь, давайте популяцию. Сокет только что поставил. Что, Алиса? Фласки есть у всех. Алиса, дай дудку. Не забывай про нее. Дайте каску. Каску по ДК. Что-то раздашь, а? У нас нету ДЦ. Лимон. Чё? Раздай прото, ёптвы. По кому? По всем. Кроме меня. Ну ничего страшного, Андерслип, не сдохнешь хотя бы. Все, Арчи, нахуй. На группу лут идем. Так. Стойте! Чё стоит? А каски где теперь, блядь? Ну что там? Войду в ПМ, не пишем там про члены, блядь, а то видео снимаю. Можно писать мне, я не снимаю. Шреддер каски. Сейчас, подождите, видео тоже сам включу, блядь. Шреддер, поваром дай каски. О, все, вижу. По щекам запускают? Да по чё? По всем вроде каски висят. Не, по мне не было. Конечно. Посмотри. Лучше. У тебя каска висит. Класс, ну да, пейте. Лапа есть, хорошо, лапа есть, он там. Ты бы ты выпил лучше рейл, нахуй. Ну быстро флягу выпил, бля. Хули мы тут все с флягами. Тебе. Минус кролу, блядь, заебись, лапа. Кому? Тебе минус тебе. Кролу. Пошел в жопу. И флаг. Все, короче, на пол. Не буду запускать. Минус не один не конкурент. Гера. Шип. Слили. Он все залагал. Нет. Да. Тут вихрь работает? Или такая же параша, как в обычке? Сейчас увидим. Шип слили. Сейчас будет вихрь. Вихрь, во время вихря сейчас будет шип. Есть, блядь. Ну, луж побольше, правда. Опа. Ну, чё, блядь, столько долго прохила не было. Моса, для... ДР по этому, по Гурску. Моса. Берни Гурского. Хорош. Дали рыбафы по ханту. Шип готовим. Шип дамажит больно.
Хорошо будет. Лилис. Будет стоять в лужах на крутилке, тут топнет. У тебя есть мастер аур, медведь? Да. Он дашь колеса. Вихрь пошел. Шип разбили. Давай. Мастер аур. Шипы разбили. Шип. Вообще изяк, блин. Опа. О, здравствуйте. Нормально, дратутина. Предлагаю лимону ГП въебать. Хули первая шмотка ему падает. Вопрос, блядь, я вообще, сука, сролил, блядь. Как ты меня обогнал, слышишь, ты ёбан, блядь. В конце как обогнал? Ты как хуярил? Так? Не обогнал уже, ты на втором месте. Ну он нет, обогнал. Он на первом идти. А, ты хантур. Я просто хуярил, блядь, с истерией. У нас с Алисой все там, блядь, схвачено, нахуй. Она кидает, я хуярил. Понемногу тянем. Ты ей скинул фотку, да? Да, серьезно, блядь? Это что, хэм, блядь? Или обычка? Блять, смотри, не сдохни там. Кстати, насчет трэша мне тоже показалось, что в хэме он еще лайтовый. Да, да, быть. Так я говорю, вообще трэш какой-то такой мягенький, блять, идешь. Так понерв. Мягенький. Как этот, не бой, так как лимон на БГ. Хуярит такой, блять. На БГ проказ даю, бля, брик упал, нахуй. За тачкой, помню, на берегу. Хуярится, трю, бля. Хуяк споткнулся, блять, так три раза, блять. Блять. Тупо кинул стрелу в него, нахуй. А там же, блядь, короче, на берегу там, блядь, урон повышенный. Я там, блядь, по 20 тысяч хуярил. И лимону вроде 20 там с хуем зарядил. Да ну нахуй. Да ебать, я там это. По мне бежал, блядь, нахуй. Мне приз, блядь, как дал палец, я чуть не усрался, блядь. Одной доты, блядь, думал, нахуй сдохну, блядь. Ну потом решил подбежать, еще решил поближе, и он мне дал фул апдот, и тогда, блядь, меня уже ничего не спасло, блядь. С усилками, наверное, да? Не-не, там в тачках урон, там мне дота, блядь, такими кусками отбивает. Что, блядь? Да я тоже так в тачку залажу, ваншотаю такие. Ебать, 4 баба, осторожно. Пол хп. Не, ну тут смотрите, у них по, блядь, по 300 тысяч, это вообще хуйня. А в обычке, походу, так же, даже больше, походу, в обычке 10. Наверное, это вот то, что писали про трэш, что понерфили целку. Наверное, вот эти вот изменения. Они вообще, блядь, не пробивают, нахуй, не лично. Нет, босс. Не знаю, 25-ки жестче хоть, не знаю. Ну, 25-ки жестче, а десятки, ну, чё тут трэш. Может быть, чуть-чуть их понерфили, но... В большинстве нерфили боссов. Ой, не знаю. Давайте не обосрёмся, пацаны. Как
как там этот тип, кстати, на ютубе смотрел. А мне ДБМ пишут на багровый ЕЕ. Про типа-то про это. Она, видимо, падежи не знает. Падежи создала они. Слышь, Лимон, про типа-то его смотрел, который кричал диспел, 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 дамаг, дамаг и хил. Это же гранованный. Это этот. Он на цирке еще, по-моему, пустил. Он же умер в 12 году. Да ладно, не может быть такого. Но... Так. Ну, по крайней мере, в ютубе писали про него комменты. Может, он решил так... Он забирает жизни. И от славы. Там, короче, какой-то предприниматель с Хабаровска. Ну, тут Сибирь недалеко. Ну, и он... Его скинули с крыши, короче. Его? Но... А ему там за 40 лет было. Ну, чувак нормальный, вот прям. Не душа знаю, компании. Ничего не слышал. Мосс, а ты на контроле сидишь людей. И на диспеле сидит у нас тоже Мосс. И Невр, если тебе покажешь. Слышь, короче, когда пошел... По одному вывод контролирует или по два? Что контролирует? По четыре. Говорю, на контроле за этих. Тут по одному только контролирует. Да, точно. Да. Я справа. Слышь, Войт. Тут с одной стороны выходить будет, что справа-то. Слева вдвоем идите танкуйте. Да, в 11 году пришел на циркуль, я успел с этим танком. Ага, я попаду. В рейд сходить. Так, секунду. Это хорошо. Слепаем притаскивать. Вот он в 12-м помер. Да? По-моему, да. Я и позже играл, тут либо кто-то его персонажем играл, хрен. Кто тут, может, еще кто-то тактики не знает? Подождите, я пошел, бля. Она такая же, как в обычке? Нет, тут контролит. Ну, как в 25 обычке, только тут контролит. Духи взрывают, которые идут, взрывают весь рейд. А не только одного человека. Надо будет еще Геру на последнюю фазу отдать, нужно, чтобы шамана не сконтролила. И да, босс не таунтится, если что. Короче, если вас дух выбрал в таргет, вы от этого духа убегаете, а не стоите. Потому что он бахнет по вам и по всем, кто стоит с вами рядом. Тряпка, скорее всего, ваншот. А, смотри, как вот будет нормально. Нужно, когда босс переведется, на Лимона напуливать, тебе агро набирать, а Айвенар пока притормозить, 7 ДПС стопануть. Ей будет проще с тебя забрать. Хотя бы этого времени нам должно хватить. Ну давай под крыльями возьму. Там 7 лямов, я думаю, убьем. Потому что потом босс по рейду пойдет. Сколько маны у нее? Ну, 10 и 11 миллионов. Пойдет боб, оставляйте у нас 3 боба, 3 капли, трое рук. Ну если мы будем трэш заливать нормально, то тогда хант может посидеть тупо на боссе, но это уже посмотрим. Все, что даем. Я согласен, сразу сидеть чисто на боссе. Трэш вышел. Моб взрывается, отошли. Хорошо, контроль через 5 секунд. Готовься мосу давать в эфри. Капли отдайте паладина на своих. Контроль по мульти. Хорошо. ДКшники, до контроля прожимаем все свои скиллы, то есть незыблемость. О, не незыблемость, а зеленый. Лужу дамажит по 5 стон. Трэш. Один до контроля прожимаем крылья, чтобы у вас было КД. Мобов с маной убиваем первыми. Взрывается моб. Уже не взорвется. Контроль. Ты шо, Лимон, блядь, сука, сейчас уебу нахуй, припальню ты, блядь. Переводим быстрее. Стопанули сейчас, когда переведем. Лимон, крылья, давай на него, на тул. Не сдохни там. Босс, тагайте, ага. Лимон, он не агрится, убит. Ну так набирайте огром. Так, своего профил. Ой, кота. Лимон, стрелу Лимона прохил. От духа бей. От духа убегаем, он наносит урон всему рейду. Контроль мультю. Сейчас я бинар, да, все. Да,
так. Ну ладно. Там выводи. Сзади настреливают. Мобы, кстати, выходят в лестнице. Веди туда босса. Ну вот видишь, как дух хлопает. Нахуй вы его ловите? Мосса умер. Моба убили. Да похуй, бьём. Второго убили. Блять, босса сюда, это непонятно что ли? Блять, как мы будем бегать туда-сюда? Сейчас контроль будет, готовимся. Медвея контроль. Да, вообще. Контроль. Духа не ловить, Гурский. Сейчас медвей убьет, пристану. Да не убьет, захиливайте на фу. Давай, Геру, хули стоишь? Давай на хп, Геру, гимн. Шейте. Гимн на хп, хуя. От дух, духа дух, бегите. Дух, трэш. Трэш зауешь. Стан дауну. От духа беги, милли. Контроль готовим. Далее. Три штака. Скоро агроп летит. Хорош. Дал фир. Вот, ты следующий. Агроп. Да поебать, я свой прожил. Служи, уйди. Блять, захил. Не ловите духа, ну сука, от него бежать надо. Вы что, не русские, сука? Мой проёб, не увидишь. Мелизона. Дух, Мелизона. Он еще таргет меняет, блядь. Да. Еще дух Мелизона рядом. Бегите, кого-то блядь. Летит. Убегайте от духа, пока он пропадет. Мы сейчас служим. Добивайте, короче, 900 тысяч. Чисто в босса от духа бежим. Меня контрольте, я только захуярю всех нахуй. Ты сейчас тебя захуярит. Нахуй меня хуярит. Ты сам захуярит. Сука, ублюдок, мать. Нету, нету, нету. Мерзавец, негодяй, гад. Все добили. Короче, надо посерьезнее. Давай череп нахуй. Хуй вам, блядь. Ну, шлем какой на транс красивый. О, кстати, транс мое. Надо посерьезнее. О, поезд на ретрика нормальный. Духов этих начинать не ловить уже здесь. Потому что 25-ку придете, там будет хуйня. А это деле, можете есть, меня вот взять на кораблике на одного босса? Другой, да? Мне этот трубочку надо. Вроде у мультитринки лучше. Да, можем поменяться, не вопрос. Я ролю тоже трубку пока. Вообще, да, вообще, да, вообще можем поменяться, бля. Ни крита, ни демона, ни хуя нет, блядь. А чё, слышь, я стою жезлом бью, блядь. Давай трэш убьем, заебал вон тот. Видал, как дракон прилетел. Нам душу надо, убиваем весь трэш. А чё с серваком? У всех лагает, да? Нет. Не, у меня норм. Видит? Ну. Меня нет. Да, я не так, да. Ешь. У меня всё норм. Нет, тоже. Потому что мы с Украины, наверное. Финал быстро дракону. Да, кстати, чё он так быстро сдох? Потому что тут трэш, блядь, изи, чем на лобычке. Потому что у нас мульт. Лучше будет вот это продлевать КД, ходить тупо, это, душу кормить. Тех съест. Я завтра тебе говорю, давай заходи в это, в 12 часов. Шансунг, заходи вместо мульти. Давай. Потом что-то сходим там, слышь, мастер, тоже заходи. Можно, можно. Как проснуть? Сначала я там до косаря добью, потом вам по танку и добьете. Чтобы мы все могли квесты один из двух, как эти пингвины. Пум-пум-пум. Сколько у тебя лимон? Я в пушке ноль. Ничего не знаю. Да не, какая пушка, ты чё, курился? Курский, ты нужен, чтобы убивать мел. В храме как ничем не отличается, почти. Ну, я все время в норме сижу. Так, все, я вышел, ничего, короче, нет. С состава, ушел за кофе. Шансунг, заходи быстрее. Скажи, хорошо. Шансунг из Mortal Kombat, да? Да. А чё, это твой любимый персонаж? Нет, это любимый незанятый ник нигде. Так он не так пишет. На самом-то деле... Ты шо, брат, ебанутый что ли, нахуй?
Чё ты? Как он пишется? Шанг и Цунг. Можно вместе написать. Шанг. На тебе, блядь. На тебе чаю попей, сука. Вытри рот шкурой. На, блядь. Полезная хрень, я думаю, тебе пригодится. Давай. Ну, на профи будет немножко сложно, потому что если мы слизи не успеем привезти. Немножко. Ну, то, в принципе... Да. Немножко, блядь. Немножко. Мне кажется, профа кому-то там, придется. Там просто два слизня будет. Чуму передавать, нахуй, в Белизоне. Нахуя ее передавать? Вот зачем ты вообще говоришь людям передавать? Они, блядь... Ах, я его знает, как тут чума пашет, я тут ее не видел. Она перекидывается сама, блядь, на ближайшую цель передавать, блядь. Ты так сказал, как будто это нужно что-то такое сверхъестественное сделать, как типа копье с вальки поднять, которое накидает человека. Передавать, ебать. Передай чуринды, нахуй, она перепрыгивает. Она не перепрыгивает, надо подойти, чтобы она перепрыгнула. Вот, нет, вот и говори так, надо говорить своими именами вещи. Короче, предлагаю первую печеньку отдавать, кто, блядь, первый по ДПС. Согласен. В трэш. Никому не отдам, Андрон. Не, в трэш, дурной, блядь. Чё стоим? Да я могу тебе передамажить. Ему труба нужна, сейчас две трубы. Да, хожу в райд. А в щиту подойдёшь? Туда, все как в обычке, танчишь этого Мурадина и улетаешь туда-сюда, прыгаешь, все. Тут просто хп больше у кораблей. Суркет тоже все то же самое, хп, дамаг просто больше. Да не ссыте нахуй, сейчас уже на чумке начнутся, вот на чумке. На чумке, кстати, еще кто не в курсе, там пельмень летит над хлопузи. Походу мультик. Смотри, получается две освобожденки, да, кидаются на синдре? Какие две? Ну, да. Или три. А, две, да. Две в десятке хэнд. А на нас не будет кидаться физера? На тех, кто с мамой, должна кидаться, по идее. Не стак я уезжу. Но я был ретриком, на ретрика мне ни разу не упало. Так она и не должна. Ну, мне на циркуле она, блядь, кидала. Ну это, ну, потом уже исправили. На ханта вообще заебись, там запускай, мастер. Все, Шансунг тут, запускаю. Возьми ранец, Шансунг. Уже. Лезь в пушку. А я в пушку. Ты не бери в пушку. Я в пушку? Шансунг в пушку, ну, я не знаю, РДшников стоит ли вообще поставить. Слышь, походу вместо мульти Шансунг на лича пойдет, нам же ДЦшник там нужен будет. На лича ты же хочешь, да? Прям на лича, ничего себе. Оптимистичный настрой какие у вас. Хули тут вообще проносить, мы пока вообще ничего не чувствуем, идем как... Ретриком дал 28к на выходе 10к, блядь, на лане нахуй. Сейчас на профи почувствуем два слизня нахуй, на лане дам хп ее, блядь. На синдре охуенно почувствуем. У нас в 10 хэми, блядь, слизень выпадал даже когда первый цель не выбрал, блядь. Так, чё мне тут? Вы почувствуете на профи и на принцах еще. Медвей, садись в пушку. Ну, мне больше для не проф, а принц, блядь, беспокоит. Чё тебя проф беспокоит? Не, принцы. Я, блядь, не, на циркуле, блядь, принципе, держал, да. Блядь, в соло, нахуй, в 25 гир, блядь, иногда, блядь. Так а чё ты очкуешь, там, это РДД будет второй тебе помогать? Вы вдвоём будете бить, выхода нет. Может, тут они как-то легче им, блядь, сделают. Да не, вы просто вдвоём справитесь. Кстати, угадай, где мы вайпались с пугами сегодня, блядь. На каком боссе? Остальных всех с первого трая убили. Кем ты ходил? Ратиком. Знаешь, где мы вайпались? На сурке, блядь, два вайпа, нахуй, или три. Чего? Не прохил. Три хила еще. А, так вы еще в 4 пойдите. Не, мы шли в 2 хила, а потом пришлось стекнуть в 3. Ебать. Первый раз такое слышу. Ну хилы каличные. 10 оп, что ли? 10 хер. Как ты хм хочешь? Ты чё, ката уже есть? Я про циркуль говорю. А, блять, нахуй ты про него вообще говоришь? Циркуль помойка. Блять, я упала. Ты
Ник, бейте, пожалуйста, РТД. Ты пиранец взял, Дык Дымыч, все вернулось. А, все. Не очкуй. Макс, прыгай. Бейте ружейника, он не мосу попрыгал. Ружейника, блядь. Стоят фуловые, расстрелы. Дальних милики, убейте. Так, а чё, как их бить, если я один РДД, я и бью? Ну, стой, блядь. А хули РДД сели в пушки, блядь? Меня сейчас они расстреляют полностью. Вообще охуели, да? ГП РДД, на. Ну а шо, нет или шо? Так, 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 Шансунг, вылез из пушки, Шреддер, садись в пушку. Всё правильно. Шреддер в пушку, хорошо. Треш, помогаем. Хули он въебал берсо, я снять не могу. Вот тут не снимаешь. Заморозка, прыгнули. Мелики под дота йодите, а эти издание. Либо кто там прыгает. Смотрю, пушки вообще не бьют. Ай-яй, Мурагин, бля. Фу, вернулся. Шреддер, бей по дальнему оружейнику. По правому. Не стреляй в ближний борт, бей по дальнему. По правому, а не левому. Сейчас заморозка будет, готовимся. Прыгнем. Обратно прыгнул. Чуть и вверх прыгнул. Она убегает от мобов. Интересно, есть вайп на корабле, когда мобы расстреляют наш корабль? Да. Есть. Есть берса на кораблях, ну, в принципе, мы сыпали раз было. Сто раз в жизни видел только. Маг, прыгнули, убили. Последний маг должен быть. Вернулись обратно. Этот череп вообще хоть когда-то падает? Конечно. Когда ты не ходишь. А, когда я боль заберу, короче. Сука, стоит, меня стреляет по 6000 выстрел. Живой. Все, все закончилось. Мосов, бля, нас 2 РДД. Мы не можем физически их убивать с такой скоростью, как ты хочешь. Так вы еще и в пушки сели. Ну вы додумались, блядь. Ну, сейчас он же я посадил. Уже поменял. Если РЛ нуб, то ни один хил не спасет. Да-да. Знаете вы, две трубки. Блядь, топор, кстати, очень крутой-то, блядь. А, хер тебе, а не топор. Да нет, я... Я забрал. Рожь бы зашел вообще охуенно. Давай, мульти, заходи. Да, я выхожу. Только не исчезай. Вдруг там у нас готовница, там замены какие-то. Ты на лича пойдешь. Так я травку много. Собираю на твинке, я жди, я же сказал, все норм. Отлично. А медведь тоже хотел забрать, да, топорик? О, ну это вы еще на прота, что ли? Ну я на прота прота. Вы осмелились взглянуть на вместилище душ? Че, труба не упала? Нет. Я сожру вас заживо. Постаньте и задуйте. Из дума задуйте, да? Ставлю рыбу. Так. Со стрима Пелагея из кузни. Посмотри, как там. Что обновить? Ну шо, я трэш не бью тут, блядь? Все бьют. Ты чё, с ума сошёл, что ли?
Все бьют трэш, все берут рейндж между собой, РДшники. Это тут кипящая кровь может быть. А у нас РДшников тут, да. Раз, два и больше нет. Ты, кстати, трэш вообще должен бить, потому что ты сразу на пул можешь по КД отдавать. В танка трэш. А то мне так ретрика уронили раз. Так, Лимон. Напуливай на меня, Густки. Ну чё это на тебя? Ну-ка на кого хочешь, так такого. Ты на кого Алису даешь, Сергей? Проще напалывать, потому что... Ну тут больше не на кого давать, по сути-то. На меня я есть. Правильно, правильно, так и надо опускать. Если я кину, то там напишут уже 10 более мощные заклинания. Нет, потому надо 30 секунд ждать и потом кидать. Он все равно больше дает. Понял, да? Понял. Блять, вот бы сейчас вару отдавать, блять, нахуй. Мне проков, блять, истерия. Курыч, а ты что, свелся на фотку или как ты ее уговорил? Давай истерить теперь на собаку ему. Блять, это чувство, когда отдельный макрос на ATU стоит просто. Вот, понял, да? Фотки, не скажу тебе, ты что ты хотел? Тебе расскажи лучше, что ты сделал Шансунгу, блядь, за ПС-ку, нахуй. Ну тут, по-моему, фоткой уже не отделаешься, да? Да. Так на кого на пул? Быстрее. На Алису, она первая танчит. Да, первая. На какой-то багровый, не знаю, что это за тело. Ну, мои. Кера. Не получили серебра, а чего? Трэш. Ой. Забери. Обратно. Да я тройным просто. Чего? 15 кдпс? Откуда, блядь? Бейте. Не игрса, если долго пить. Трэш, быстрее бейте. Че не 8 секунд он должен умирать? Через 5 секунд, трэш. Прошли люди. Круг удалили. Проще всего станы давать на два паладина. В зоне. И за 6 сек можно замажить обеих. Ключевое слово здесь нужно. Трэш. Станы, давайте им потом не грызть там. Что-то мага меньше. И вам Алиса, на следующем трэше дашь бомжей и просто босса запиваем. Ты уверен? Нет, трэш, нет, трэш бьем. Ты че еще два лимона, блядь? Трэш все. Там дал, ты забрал.
Агро забери, я сейчас умру от хилиться. Одни на монетки нет, хорошо. Все, добиваем. Нихуя себе, что я. О, грудак на транс. Два токена, серьезно? Нихуя себе, да. Повезло, блядь. Шея хорошая, да? Вот это как бы. Шея багруха, реально. Ну, первый раз без ГП токена. А кто шлем забрал? По ГП в десятке. Ты имеешь в виду первый проход? Да. Это хороший лут. Погруху выберешь. Блядь, на бомжу какому-то, блядь, печенька уж. Кому, блядь? Пойду? Давай бомж назначишь. Так, пойдем, валим. ГП войду теперь за печеньком. А я когда ГП начнется, не буду ходить. Так, шаман, если тебя убьешь, нахуй ходить. Пошли Вальку пить. А зачем лечь в 10 героев? Чтобы, блядь, арбалет. Пронзатель сердец, не? В РС-ку, типа? Кота 6, там много чего не интересного. И в РС-ку тоже надо, да. Если чё, а шею ему зачем, можно, если тут есть бисы? А в РС-ку 10 гер фул, да, пускает? Агро. Там чё пускает? Как говорили, да. С третьей каты. А третья? Дефолт целка. С третьей, да. Вторая дура надо тело, ну, вот она, да, бегает. Давай первую, она бегает, не я. Ну, видал скилл, просто за 5 секунд подтянул. О, видишь, она убежала, бежала. Так, что у нас по РГД? РГД хил. К ним подходишь, они отходят. Придется хилам стоять в РГД зоне. А, еще миликом, блядь, на тухлом будет не сладко. Наконец-то вы будете страдать, на. Чем будем страдать? Просто отъезжать с места на место, что ли, блядь? Блядь, словишь, нахуй, посох, друзья, ты не сходишь. Ага, а уже будет прикол, если Гурский словит, да? Ага, такой стоит на РНЖ, блядь, пельмени въебало, блядь. Чё, я, блядь, стоял один раз с правой стороны, он же справа летит, блядь. Смотри. Я даже не успел, блядь, стреагировать, он меня хлопнул, блядь. Две лужи. Агро, отведите лужу. Это ой, ничего, что они расфигаривают лужу. Отведите лужу. Отводите. Выйди его в сторону. Ну, я боюсь к вам подойти, бля. Так я дальше сейчас... отведите куда-то, хуй. Ну видишь, пол рейд просел. Рейд за угол зашел, не достают вас хилы, нахуй. Два агрят, блядь, моба, нахуй. Так эти мобы токсичные. У них лужа разливается на пол. Чудное облако. Насколько токсичные, как мальчик. Что-то я не вижу, но... Так она невидимая, потому что... На трэше, блядь, вот а она... потом все убьем, вот блядь, она без... зеленая. Без байпа. Они не сами так по себе токсичны, не лужу разливают. Она просто невидимая, блядь. Это ж видно, как лучше, она маленькая. Кто-то знает. Да она не маленькая, она приличная, как АДКшная. Просто она, сука, как будто в полу туда попадает. Блядь, рывок опять не сработает, а шо за херня? А все тут, что ли, первый раз? Да. Ну, кто-то ходил вообще, да? На этом я тут еще не был. Первый. Впервые. Шредер. Он там не первый, он со мной в прошлый раз с ЛК-10 я ходил. Спугану. И как вы там прошли? Так я же говорю. Стандартно, только профа не трогали. Ну как, потрогали, потом он нас потрогал, и мы ушли. Потом нас принцы потрогали, и мы разошлись. Чё, принцы вообще же, что?
Ты просто ничего не знаешь, там стаки бегают, дебют. Да, что там, типа, я говорю, стоит full rate, он говорит, пул, full rate, просто бежит, я один, типа, так, по шажочкам передвигаюсь и смотрю, как побежали, так и упали. Все нормально. Говорит, а что было, что было, что это такое? Ну, дурачки, хули. Тактику не читают, идут в инсмар. На самом деле, блядь, что-то Герк быстрее идет, чем, блядь, обычка, да? Ну что, трэш, типа, трэш. Ладно, блядь, да. Быстрее добегать, как босс. Чё, буем ДБ? Так, а давай, ДБ, ребят. Гильду отдавайте. Я отказываюсь вообще. Это ролики, как обычно, я... Солка, да, тут... Будем ходить, фармите на это, на сопроты, на бабки, на... Ну да, так в Зуломане же раздают, в Каражане раздают. Ой, 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 диспел срочно. Правда, не все туда ходят. Где в пешке твои? Чё по стакам? Один стак. Стаки медленно вешает. Два стак. Ну, понятно. Мы уже снесли 30%. Там два стака только, какая-то борода. Вонючка. Меча. А тут боярка сыплется больше, чем богатый. Чем обычный. Да потому что сейчас нас тухлый убьет нахуй. И расход, блядь. Да нет, там парадокс в том, что пугал был 8000 ДПС, типа так, средненький. И мы зачистили, вряд ли там побрет. Конечно, потому что понерфили. Да, да. Боешься, поупали. Мне двое потом дадите. Алиса, ты бошку забрала? Ладно. Да. А дай мне, у тебя будет Т10 вообще. Зачем мне фулл Т10? Т10 так же выглядит, как эти шмотки. Навара я не смогу сдать. А зачем мне ОД тратить на эти шмотки? Там не ОД вообще. А, ну но если ты не купила. На ДД я говорю. Трансити, на ДД здесь у меня... Давай, не пизди, у меня... пешки нажимай. Чё, он на мне? Ну, что тут делать? Сюда вставай. Купляешь шлем за ОД, делаешь трансмог, продаешь шлем назад, тебе ОД возвращают. Трансмог остается. Зачем мне его трансмог? А так проверяли вы тут? У нас, допустим, не работает. Я так варен сделал, у меня так есть. Ну, значит, тут работают. У нас просто на циркуле все, блядь, трансмут, и она твоя. Да. Тут хранить надо. Кстати, обычные, которые покупаются, они не такие, как отсюда. Тут синий, там черный. А, точнее, даже синий там вроде, тут черный. В смысле шейпер тебе МП дать попить, блядь? Давай быстро нахуй, попил пока. На ходу попил, да? И ты на бегу. Как бегуны, да? Ворот стакана, с пакетика пьют на бегу, на. Ой. Там сейчас же шарики какие-то модные есть. С этой, ну, с оболочкой, ну, звук, они шариком, да, закинули, да. Там, ну и все. Кто-то срывает без остановочки. А это почему срывает? Да не надо, бомже, он сейчас бегать будет, прыгать, завоешь или что? Да? Просто на месте будет. Если я рел нуб, то ни один бомж не спасет. Собака виляет, видел, да? Она от радости. Угу, его это увидела. Войд в моем инсте, да? Ой, эти циркули. Где лента? Все, туда идем сначала. Подъезжать ловушки. Огнеля. Отбежать ловушки слева справа сначала. Две сразу давайте. Пошел справа разбежать. Лучше КД. Ну как кто-то гнев, меня. Гнев, второй гнев, дайте. Второй гнев, дайте. Отразил хуйню нахуй. Не достаю. Ну че ты там застрял, блядь? Завис? Меня это. Ловушка замедлила. Она аж перед боссом была. Так я уже активировал. А чё, Грона, мне, я не знаю.
Че, идем на профа после этих, если убил? Конечно, пойдем. Конечно. О чем мы, блядь, пойдем дальше? Я имею в виду просто можно этих зачистить, а потом вернуться обратно. Не-не, сразу. Да. Посмотрим просто. Трай, что мы даем. Если обосретесь, мне придется реально. Че, паранже, мульки, глушки. И ПДК тоже. Что тут делать вообще надо? Я никогда не был в Гере на этом боссе, алло. Серьезно? Серьезно. Чё, так мульти, я вообще в Гере не был ни разу. Я играл с БГ, бля, 5 лет. Короче, объясняю. Здесь должны 4 человека стоять в ранже. Раньше это вот, видите, круг, в котором босс стоит шипами. Вот 4 человека должны бегать по этой серой полосе между внутренним кругом и внешним, который нарисован. Держать раньше от друга. Потому что у вас кидается губительный газ, как на Тухлом. Все верно. Все остальные стоят в мелизоне. Поэтому у нас будет 2 ДД, 2 хила в ренже. Не, вот. Нихуя. Будешь ты в ренже, так. Будет Мосса, я будет ренже, мульти Мосса. И будет хант. 4 человека. Ну, или давай так. Да, пусть это шаман под босс. Да. Согласен. Все, и лужи оливаются, от луж отбегаете, ренжу держите от мелизоны. То есть круг не заходит. И друг от друга. Еще хуйня вам. Если в обычке 50% срезает от хил, здесь 75%. Поэтому если Эршам, Эрдру видите, что не сможете захиливать цель, у нее там мало хп, то берете и диспелите, блядь, от слизни побегаем. Такие типа метки, на них никогда не обращайте внимания, у них не стойте, просто это вам типа круг. Угу. Что, давайте попробуем. И то далеко. Это просто танчить, да? Да. Да. Как обычно, танчишь, что-то вся работа в РДД-зоне сна. Каски есть, хорошо. Так. Во внутренний круг вот этот вот не забегаем. Кто в РНЖ? Гера. Если на ком-то слизень в РДД-зоне, и он... Не стойте все вместе, РДДшники, разойдитесь. Если он стоит мордой в рейд, то вам нужно встать так, чтобы он вливал не в центр, а наоборот. В стороны. Ну, увидите. Брызг отходить по возможности. А, вообще брызги должны захиливаться хилами. Герри. Ага, захилились. Для диспельте нахуй срочу. Бэра нет. Хуй знает. Диспельт сразу чуму. Слышишь, шаман, а, диспель. Жопу порвешь так. Выходите один на ренжу. Идите мелкий. Невер вышел на ренжу. Да, блять, ложимся, уходим. Ложитесь, конечно. Пошли, пошли, пошли. К воротам. Диван киньте на кого-то, на мульти. На меня. На, бро, лови. О, спасибо, на. На всех тут накидали, красава. Короче. Ну чё, блять, прошли. Сейчас мульти, дальше будем бить. Точки. Я не понял, для чего вы метки, блять, стоят? Вы не должны все стоять в одной точке. Они чё, в одной стояли? Не в одной, но они стояли возле одной стороны. Понимаете, если будет брызгать на вас, вас будет прохилить тяжело. Мосса, будет давай смотрим, делать. Как Мосса сдох. Просто смотрим. На нем слизень был, дебаф. Так, слизень. Да чё будет один милисек? Постоит в РДД, киллы под босса зайду, да и все, ёбни. Нахуя? Чтоб бить его дальше, что ли? Поэтому на слизень 4000. РДД сетап. 4 РДД минимум. Чума тикает. Так, чё там? Ну смотри, как ты хилишь? Так, тик. Чё там, блядь? Где отхил-то, блядь, вообще? Объятие? Не вижу отхила нихуя. Объятие, объятие. Ты чё, блядь? Омоложение, тик, 800. Ты 800 тикает у тебя омоложение? Ну-ка скажи, сколько у тебя омоложение тикает? У него средний 2280. 2894. Ну да, 2900. Вот, поэтому... Обойный рост. Чтобы такой хуйни не было. Чтобы тебя слизень по 4000 уроном не убивал. Диспелишь чуму, блядь. Диспелишь чуму. Шаман, кто там может диспелить? Шаман, по-моему, только, да? Вот шаман, это... Медвей. Шаман, паладин. Я могу. Вот и все. Диспель. Вот и диспель сразу, да. Будете сразу диспелить, потому что вы не захилите. РДДшники, разойдитесь по кругу. Минус 75% от хила там. Так что жопу просто разорвем. Разойдитесь по ближнему вот кругу, вот тут вот где-то. Встаньте каждый по кругу. Хил ваш шаман так, должен... Так а что, давай с хилов диспелить или вешаться на того, да болеть? На всех диспелить.
Ну, с хилов обязательно надо диспелить. А насчет тех, латников пожалуйста. Можно, не знаю, латников можно не диспелить сразу. Смотрите, по поводу расстановки. Вот, видите, слева, справа места от босса. Вон, где Гурский стоит, справа. Вам нужно будет от одного шипа перебежать к другому, если блевота будет влево или вправо. Поэтому занимайте позицию сбоку от босса, желательно. Вам будет проще отойти от брызга. Хилам не нужно будет напрягаться. Мульт, иди сюда, где я стою. Мне насрать. Все, Гурский на тот конец. И по одному хилу. Ну, кто там еще, этот самый Эрдру. В центре это пусть стоит. Вот и я, в рейнже, все. Это вот тут станет. Короче, лимон да, сюда разливается, я ухожу да, влево, хорошо. Да? Потом, если что, возвращаюсь обратно. Блять, ну что ты лужи не видишь? Сейчас мы сюсюкаться будем. Давай пуляем. Вижу. Задача. Я покидаю, да. Короче, задача тех, кто стоит в рейнже, не попасть в лужи и по возможности избежать брызг. Так, кричу на пол. Видите, что у нас сзади вас лужи выливаются, убегаете с этого места, становитесь так, чтобы РДДшников возле вас больше не было. Если вы будете друг возле друга стоять, вы заблюете друг друга, так же, как и на тухлом. Пиздец, три раза уже. Все, чё даю? Вы и так все это знаете, блядь. Гера КД, да? Да. Лужи, вы видите, где заливается? Сейчас брызги слить будут. Мульт. Бесперим? Там капли. Да. Там капли. Ну. Подожди, вот, слизь, видишь? Вот, Гурский. Схилот, дерево, если налево отойдешь чуть-чуть, не будешь получать брызги, например. Куда мне надо отойти? Мне надо, блядь. Завязывайте хуйню нести сейчас. Что за игры? Блядь. Нахуй ты, лимон, блять, хуйню рассказывай. Невера, диспель. Мелкий, блять, пошел он большому. Что, серьезно? Лужа заливается, мост отошел. Гурский тоже. Геру давай. Этью рыгает. Танка прохил. Я уже думал, что мелкие сами к большому бегут. Нахуй. Лужа, дигдамич. Дай фридом, если тебя зачеркнуть. Так, Войд. Не диспельте пока. Прохиливайте его по максимуму. С диспелили, большого забирай. Забирай, забирай большого. Чё ты в лужу бежишь-то, ёп? Заливается лужа, вернись обратно. Не диспель пока. Мосу хиль, шаман. Мелких следите, к Эрдру выбеги. Пока он, пока этот поблюет, сразу выбеги к нему. Забери большого. Дайте имер. Ёбаный бешок, блять. Чё меня мелкий постоянно стоит и пиздит? Диспель себя. Кто забирать его должен? Мелкий не забирает. Он не забирается, он висит. Они на хуй. Добивайте босс. Мульти, гимн на ману гимн. Не могу, рыгаю. Не бьет. Надо ничего добивай. Шейпер без маны вообще. Да похуй. Так, сейчас. Угу. Вот, ребята, блядь, я вам честно вот, скажу, вот вы пиздите хуйню. Так же на базу. Лишнюю хуйню вот эту вот. Лимон, какие, блядь, отбегания от брызг, блядь? Ну, блядь, я тебе не то, блядь. Блядь, ты вообще знаешь, да какое на радиус охватывают эти брызги? Ты меня не учи в гере играть, блядь. Я не буду отбегать такой хуйней заниматься. Я тебе ничего не говорил. Друид мог чуть левее отойти, не получил. Да не надо делать. Никуда отходить, это лишнее телодвижение. Он бьет по 5000 эти брызги. Ебать, захилить нельзя, что ли? Да, все захиливается. Это же не в блядь, в гере нахуй 25-ки захиливаются, там 2-3 попадают под брызги. И они не будут убегать, потому что некуда бежать, нахуй. Все. Естественно, там рейндж, но если есть. Да при чем тут рейндж? Ты можешь бежать в одну сторону, а прибежать в лужу, ёпта, бля. Я стою
чтобы мне делать минимум движений. Ты видишь, как я выбираю позицию, блядь, как я стою? Мне вправо чуть-чуть отойти и влево, блядь, и я лужу избегаю. Все, а, блядь, когда 8 человек становится, это пиздец. Все, алло, споры, забрали. Так, в одного танка вытанчим тут, нет? Будем пробовать, не будем пробовать. Я бы не рисковал. Не. Давай в два, у нас ДПСа хватает. Так, милики, скажу вам сразу. Тут кидается пельмени. Если под боссом, под левой, правой лапой, либо под середине будет зеленая лужа, это такой же пельмень, как на профи. Падает. Так что вы с него сразу прибегаете. Все. Я иногда, ну я вряд ли, я редко когда приеду. На базу давай пока. Потом а что свалил? Что на базу? Кто там КД свалил? Алиса. ДС, давай, потом разберемся. На граньку собирает, наверное. Так. Рыба кому-то нужна, кто-то умирал, Мосса умирал, да? На, там рыбу. Хилы знаем, что тут надо делать? Дай им метки, пусть стоят в метках. Им проще будет. Ну, надо на метки. Ну. Две метки, да, и пусть стоят, проще всем будет. Ёпта, что, трудно дать две метки, что ли? Хотя, зачем две, если танк на хилан? Две споры в тут вешать. Одна под боссом, одна в РДД. Да? Одна в тотему. Зачем? Да, я думаю. Просто в две споры в мелизоне держите, потому что это будет адский дамаг для хилов. Хилы, бля, надо в рейнджа. А тут шипешек сейвит тучка или нет, я не знаю, хэмми. Сейвит. Да, должна. Фредер, тут все хорошо. Я аспект дам. Прочит, отойди чуть дальше, пожалуйста. Бля, ты меня в пельмень толкаешь, слышь, блядь. Так раньше возьмите, тут тоже блюет. Не знаю, пельмень справа летит очень быстро. Встаньте под одну какую-то ногу, там лишники или что, или под двумя будем стоять. Я будем встать лучше под двумя, чтобы видно было лучше пол. Кит говно. Больно. Мелизона, мидвей. Тотем. Да мульти ты-то мог не играть, протестить. Ну я следующий не буду. Блядь. Не забываем, если зеленая ложа под вами, хилы, как ДДшники, на, будет убегать. Потом будут говорить кому-то, все нормально, мы тестили, мультя морда в пол лежал весь бой, да? Он тут медленно летит, ёпта. Ну тебя бы это, чё-то. Диаметр взрыва пельмени, шесть. Какая мультя? Поэтому за... отходим на 8. Спора выбежала. Он тут, конечно, танк убежал, но ладно. Ну, все уж. Девушка бежал, Войт просто обогнал. Да ладно, тут ДПС от головы. Че у меня открыта, блядь, сумка? Под левой ногой пельмеш. Успел, блядь. А че-то он быстро пролетел. Че быстро? Мне кажется, медленно они летят. Так, еще одна спора, да? По танку серьезнее захил делаем. Серьезнее. На выдохе дать спек? Или не надо? Там тьма. Не надо. На танков пельмень. О, все милики на хвостами, да? Нет. Только я рак, да? Но ты уже второй раз ловишь, что тут? Я по танку забегал. А, блядь, закончилась лафа, суки. Да я по танку держал спору, чтобы на танке было. Даже не смотрел нахуй. Там яйца, блядь, мешают нахуй этого босса. Это ёб тебе везде. Да пиздец, четвертый раз, блядь. На танке, Алиса, отбеги. Сейчас споры можно не носить. Ну две, чтобы в одном месте не было, просто. Ну, меньше дамага будет лететь по рейдам. Но он вдыхает и так меньше будет.
Лучше шамана. Хорош получил. Придется ДЗ отдать шаман. Ты представляешь, пятый раз, блядь. Что там за хейтер, блядь, на тухлом сидит? Вон хейтер справа, блядь. Наверху ее. Ты ему не понравился. Че, шестой будет? Давай стопанем. Стоп дамаг, ебать. Проверим. Да, бля, мы стопанем и десятый будет, и двенадцатый, блядь. Давайте убьем уже. Лужи. Эх. Блядь, как она достала нахуй, заебала. Как на базу. 2 ДС уже неплохо, да? 3 кавы выгнали. Так, а все равно ж помогаем гильдой. Эй, медведь, мы уже выгнали 15к, считай, с боешек. Здесь гир. Ну все, сейчас еще 30. Нет, кольцо. Почему там кольцо? Винтовка. Ну, ладно.